Технологии дополненной виртуальной реальности постепенно входят в нашу жизнь. Компания Airsoft станет надежным проводником в мир технологий и поможет внедрить их в ваши бизнес-процессы. Главный офис компании находится в городе Самара. Команда состоит из профессионалов различных IT-направлений и квалифицированных проектировщиков гражданского и промышленного строительства. В любой компании наиболее остро стоит вопрос в оптимальном использовании основных ресурсов – времени и финансов. Как сократить временные финансовые затраты при проектировании, строительстве и реализации технологических процессов? Для экономии этих ресурсов в процессе предпроектных и постпроектных работ может помочь AR Trace Designer. Данная программа позволяет отойти от классического представления о проектировании и сделать шаг в сторону цифрового моделирования. Надев очки, наш продукт даст вам возможность увидеть пересечение реального и виртуального мира, наполненного 3D-моделями, с которыми вы можете взаимодействовать. Время, затраченное на проведение предпроектных работ, сокращается в 5-8 раз. Проектировщикам инженерных систем AR Trace Designer поможет построить 3D-модель инженерной сети, найти расхождение, сформировать спецификацию на закупку комплектующих материалов, выгрузить 3D-модель и получить чертеж. Специалистам, осуществляющим строительный контроль и авторский надзор, использование AR Trace Designer позволит увидеть 3D-модель объекта на месте будущего строительства, представить пересечение с уже существующими объектами, проверить этапы работ. Авторский надзор гарантирует точную реализацию проекта, исключит дефекты строительства и защитит интересы заказчика. Осуществлять авторский надзор можно также с помощью мобильных устройств. Для этого наша компания разработала приложение AR Mobile. Использовать приложение можно на строительной площадке для визуального сравнения плана и факта работ на всех этапах строительного контроля. Программа позволяет считать информацию с QR-кода, содержащую 3D-модель проекта, а далее сопоставить ее с реальным объектом. В программе реализованы функции «Корректировка положения модели в пространстве», «Перемещение и вращение 3D-объекта», «Разбивка модели на слои», линейка, позволяющая измерить расстояние отступа, «Настроить прозрачность модели». Точность положения модели не превышает 1 см. Замечания осуществляются с помощью фото- и видеофиксации. Также в нашей компании ведется разработка приложения, использующего виртуальную реальность для моделирования строящихся объектов и проведения конференций. Программа VR Build Manager позволяет побывать на предполагаемом объекте сразу нескольким пользователям в виртуальной реальности. Наше программное обеспечение позволяет загрузить несколько моделей из разных 3D-CAD-программ на одну виртуальную сцену. У пользователей может быть одна из двух ролей – организатор или участник. Организатор осуществляет управление сценой через персональный компьютер, создает и редактирует сцены, управляет видимостью слоев. В свою очередь участник может подключиться к конференции, используя компьютер или очки виртуальной реальности. Пользователь выбирает наиболее подходящий ему аватар, просматривает модель на VR-сцене, видит найденные программы расхождения и просматривает этапы строительства по календарно-сетевому графику. Наша разработка позволяет найти наиболее верное технологическое решение, что дает возможность существенно сократить расходы на всех этапах строительства. Наша миссия – сделать процесс проектирования быстрым и удобным, а дальнейшую эксплуатацию – простой и понятной.